Дорога смелых, стезя мореходов и искателей приключений, вдохновитель художников и поэтов, мировой океан. Кто из нас, однажды увидев море, не полюбил его? Но океан — это и место работы. Издревле человечество стремилось овладеть его богатствами, раскрыть тайны. Сотни кораблей бороздят море, десятки подводных аппаратов исследуют его глубины. Человечество шагнуло в гидрокосмос. Но часто необходимую информацию можно получить, только ступив на морское дно. Сегодня под водой работают геологи и археологи, океанологи и акустики, специалисты медицины, биологи, представители многих других профессий. Без сомнения, самые значительные открытия ближайшего будущего связано с освоением мирового океана. Мы не только промышляем в море. На подводных фермах выращиваются ценнейшие питательные продукты. А огородам завтрашнего дня потребуются тысячи специалистов. Среди мужественных, отважных людей, покоряющих мировой океан, и спортсмены-подводники. Развитием подводного спорта в стране занимается оборонное общество. В детских и юношеских спортивно-технических школах, секциях и клубах ДСАФ подводным спортом занимаются десятки тысяч романтиков подводных трасс. Подводники тренируются в прекрасных специализированных комплексах. К их подготовке привлечены научные группы. Много внимания уделяется поиску оптимальной техники плавания, совершенствованию подводного снаряжения. Пожалуй, самая зрелищная дисциплина подводного плавания – скоростные виды. В программу соревнований входит ныряние на 50 метров, скоростное плавание в ластах и подводное с аквалангом. Эмоциональный, динамичный, насыщенные острейшей борьбой за лидерство, эти состязания всегда привлекают болельщиков. Поразителен прогресс в этих видах плавания. Почти ежегодно практически заново переписывается таблица мировых рекордов. Подавляющее большинство мировых рекордов принадлежит сегодня советским спортсменам. В
Ну а кульминация страстей всегда приходится на спор эстафетных команд с его непредсказуемыми сюжетными поворотами. Это тоже подводники. Их, как и сухопутных пятиборцев, называют рыцарями пяти качеств. В тире они состязаются в стрельбе из малокалиберной винтовки. В бассейне поражают подводные мишени. В программе соревнований также кросс на 1,5 километра, плавание с аквалангом и ныряние. Как и все многоборцы, подводники – разносторонние атлеты, обладающие отменной физической выносливостью и другими качествами, необходимыми для службы в военно-морском флоте. Не случайно этот вид особенно популярен в коллективах ДСААФ. А это самый сложный, самый интеллектуальный вид – подводное ориентирование. Здесь скорость и выносливость сочетаются с математической точностью. Огромное значение имеет скрупулезная геодезическая съемка дистанции, прокладка курса, расчет поправок на течение. Снаряжение подводника состоит из акваланга и приборного узла для определения курса и пройденного расстояния. Трассы для ориентировщиков, как правило, прокладываются в водоемах с непрозрачной водой. Рассчитав маршрут, спортсмен должен в условиях плохой видимости, только по приборам, преодолеть его, отыскав под водой в радиусе 500-600 метров 5 ориентиров и пройти финишный створ с минимальным отклонением от его центра. Требуется истинно снайперская точность. Малейшее отклонение на длинной дистанции по курсу или расстоянию, налагаясь друг на друга, приводят к непоправимым потерям времени. В тишине и невесомости идет сражение за точность и скорость. В парном упражнении «карта» задача усложняется тем, что спортсмены узнают свой маршрут уже после старта. Секунды на расчет и в путь. Сложности в том, что спортсмены идут парой. Штурманы ведомые, связанные одной нитью. Штурман рассчитывает маршрут, ведомый помогает искать ориентиры и отмечает их на контрольной карточке. Конечный успех мини-команды непосредственно зависит от слаженности их действий. Выйдя на очередной ориентир, ловцы стремятся дальше, постоянно сверяя направление движения заданным расчетным курсом. Венчает программу подводных стартов групповое упражнение.
стартуя раздельно, спортсмены должны синхронно прийти к местам промежуточных встреч и соединиться. Вначале попарно, а затем в полном составе. И только собравшись вместе, дружно устремляются к финишу. Усилия четверых, слитые воедино, обеспечивают командный успех. Но подводный спорт не только рекорды. Это и прекрасная школа мужества. Вот только один пример. Этот случай произошел в Ереване несколько лет назад. Город жил повседневной, размеренной жизнью, когда... Потеряв управление, в воду упал рейсовый троллейбус. Оказавшийся поблизости прославленный спортсмен, неоднократный чемпион и рекордсмен мира по подводному спорту, Шаварш Карапетян, ни секунды не раздумывая, бросился в воду. В тяжелейших условиях, в холодной воде, при нулевой видимости, Карапетян один спас 20 человеческих жизней. Подвиг Карапетяна привлек в секцию плавания тысячи мальчишек и девчонок. Многие ребята того карапетяновского призыва сегодня достойно несут службу в военно-морском флоте. Эти уникальные экспонаты с легендарного корабля революции эсминца «Гаврию» пролежали в воде более 60 лет. Вместе с военными моряками их подняли на поверхность энтузиасты, подводники ленинградского клуба «Поиск». В Белом озере аквалангисты клубов «Балтика» и «Импульс» обнаружили и своими силами восстановили сбитый во время войны штурмовик Ил-2. Установлены имена героев-летчиков, открыта еще одна страница героического прошлого. Члены клубов считают своим долгом воссоздать боевую историю кораблей Балтийского флота, увековечить память героев. Эти античные статуи тоже жертвы войны. Поднятые аквалангистами из-под воды, они украсили коллекцию знаменитого Гатчинского дворца-музея.
С каждым годом растет число романтиков подводных погружений. В школах и клубах ДСАФ занимаются тысячи пловцов-подводников. Для увлекательного путешествия в подводный мир вовсе не обязательно иметь сложное снаряжение. Маска, трубка и ласты. И вы оказываетесь в сказочном мире, где на каждом шагу вас ждут тайны и открытия, ждут полные экзотики подводная охота и туризм, фантастические краски и образы. Лежащий у наших ног мир, о котором мы так мало знаем.